Отделение бокса в Ледовом дворце сегодня посещает 150 детей и спортсменов старшего возраста. Хорошо оборудованный зал – это возможность приносить в копилку Ленинска-Кузнецкого новые громкие победы. Оснащение зала бокса стало возможным благодаря поддержке администрации Ленинска-Кузнецкого, а также финансовой помощи ООО «Трансмаш» и «Альянс Невотрейд». Руководители этих организаций Олег Пинскер и Алексей Прилепский, а также мастер спорта по боксу СССР и депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Арбачаков побывали на открытии зала в качестве почетных гостей. Поздравил спортсменов и тренеров глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин. Каждое новое спортивное учреждение, как этот дворец, этот спортивный зал, игровые площадки или велолыжные трассы, которые мы открыли буквально месяц назад, дают возможность приобщиться к спорту сотням горожан и в первую очередь детям и молодежи, что очень важно и для самих ленинск-кузнецчан, и для руководства округа. Это важно для будущего нашего города. Зал, который мы открываем сегодня, передается в полное распоряжение боксерам. Как вы видите, это специально оборудованное помещение. Оно соответствует всем требованиям данного вида спорта, что позволит боксерам заниматься с полной отдачей сил в удобное время. И я уверен, что очень результативно. Все, кто принял участие в оборудовании боксерского зала Ледового дворца, были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Ленинска-Кузнецкого и памятными сувенирами. Стоимость всего оборудования почти 400 тысяч рублей. Это улучшенное освещение и специальное жесткое напольное покрытие, шкаф для хранения инвентаря. А самое главное – переносной ринг размером 6 на 6 метров и новые боксерские мешки. Первыми ринг оценили лучшие боксеры города. Ринг хороший, зал как бы светлый, просторный, на все хорошо. Зал хорошо оборудован, в ринге очень удобно, ринг большой, очень удобно заниматься. Рад обновленному залу и тренер по боксу Валерий Носков, который считает, что современные условия – немаловажная составляющая спортивных успехов. Сегодня у него тренируется более 60 мальчишек. Время подвалов прошло, и поэтому нужно, как говорится, заниматься в хороших условиях, современно, на современном инвентаре, на современном оборудовании и добиваться высоких результатов, потому что весь спорт высшего спортивного мастерства, все там оборудование не то, что у нас тут. Ну а сейчас, я думаю, что и дети сюда пойдут заниматься, и результаты будут расти. В принципе, мы вот в этом году на первенстве Кемеровской области в возрастной группе 2002-2003 год у нас было 4 победителя. Мы командой Ленинск-Кузнецкий заняли первое место в области. То есть и уже, как говорится, идет, и тренеров у нас сейчас стало гораздо больше в городе Ленинск-Кузнецкий именно по боксу. Я думаю, что бокс развивается, спорт. Ленинск-Кузнецкие боксеры давно и довольно успешно выступают на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Теперь у них появится возможность принимать соперников на своем домашнем ринге.